В Урмарском районе Чувашии завершился третий районный фестиваль духовной песни «Пасхальная радость». С каждым годом в республике все больше взрослых и детей начинают разбираться в традициях предков. Представители власти, поддерживающие проведение пасхальных фестивалей, открыто признают общественную необходимость в возрождении православной культуры. Но кроме этого, просто по-человечески каждый чувствует, что для детей будет полезным сам духовный настрой фестиваля. Вот эти дети, которые участвуют активно на этих мероприятиях, они уже ведут себя более активнее, более воспитаннее. Вот мы надеемся, что они уже не будут совершать каких-то противоправных действий, не употреблять ненормативную лексику. Это все ведь это воспитывает. И главная цель и основная задача – это воспитание духовности в наших детях. Если на первом фестивале «Пасхальная радость» было около 100 участников, то на третьем уже более 200 детей соревнуются в своих вокальных, артистических и хореографических талантах. Хотя все, конечно, понимают, что дело не в соревнованиях и наградах, а в самой сути стремления как можно более красиво и искренне выразить нашу человеческую радость великому событию Христового воскресения, а дети лучше других могут передать ее взрослым. Потому что Пасха – такой светлый праздник, и хочется всех, каждого человека об этом оповестить, то, что это самый такой праздник, праздник праздников.